Комиссия по выборам мэра города возглавил управляющий Омским отделением пенсионного фонда Сергей Тодоров. Всего выборщиков 12. 6 человек назначил губернатор Виктор Назаров, остальных определили депутаты городского совета. На первом заседании практически единогласно избрали председателя комиссии и утвердили этапы выборов главы города. Так, комичи, желающие стать городоначальником, должны подать свои документы до 4 апреля. Следующим этапом станут собеседования. Они пройдут 14 числа. Тогда и станет ясно, кто будет претендовать на кресло главы города. Эти собеседования члены комиссии будут проводить индивидуально, а уже 19 апреля состоится голосование депутатов. Им должны быть представлены не менее 2 кандидатов, из которых будет выбран новый мэр. Чтобы был грамотный, опытный, честный, порядочный человек в жизни и по жизни. Я тоже хочу увидеть чистый, ухоженный, зеленый, богатый город, в котором прекрасная атмосфера, творческая, бизнес-атмосфера. Для меня главное профессионализм. Во-первых, то, какие цели ставит перед собой кандидат. И во-вторых, его опыт организационный. Это очень важно, потому что можно многое хотеть, но не уметь сделать.